делами, Анастасия не успела заметить, как пролетел очередной рабочий день. Да, войдите. Да, Дим, я вас слушаю. Анастасия Лапина, 42 года, генеральный директор рекламного агентства. Разведена. Что это? Подпишите, пожалуйста. Прошу уволить меня по собственному желанию. Почему? Если можно, то без двух недель, то есть прямо сейчас. Дмитрий Васильев, 30 лет, дизайнер в рекламном агентстве, не женат. Можно все. Но я задала вам вопрос. Это не важно. Вы знаете что, Дим? Рабочий день на сегодня закончился. Давайте вернемся к этому вопросу завтра. Хорошо, завтра так завтра. До свидания, Анастасия Викторовна. До свидания. Деньги за срочные баннеры на счет поступили, так что все ушло в печать. Павел Ковальчук, 55 лет, финансовый директор рекламного агентства, не женат. За 3 дня все будет готово. Хорошо. Посмотри на это, пожалуйста. Ясно. Значит, все-таки решился. Что тебе ясно? И что вообще происходит? Да все, кроме тебя, знают. Димка влюблен в нашу секретаршу Кэти. Давно и безнадежно. Ее это раздражает. Ее вообще раздражают все человеческие чувства. Она стала ему это показывать, хотя Димка не делает никаких попыток. И почему из-за этого я должна лишаться дизайнера? Пускай секретарша уходит. Ее я легко могу заменить. А может, не нужно никому уходить? То есть? Тебе это может не понравиться, но дизайнера мы сохраним. Говори. Такую кошку, как наша Кэти, можно зацепить только за одно чувство. Ее самолюбие. Если она увидит, что у тебя роман с Димой... У меня нет романа с Димой. У меня вообще ни с кем нет романа. Если Кэти увидит, что у Димки с тобой такой красивый и надменный роман, то она вспомнит, что он 2 года сох по ней и заберет его. Чушь. Вовсе не чушь. Во-первых, ты соединишь пару гордецов. Во-вторых, оставишь работника. В-третьих, от тебя понадобится всего 2-3 сцены невинного характера. С Димкой я поговорю сегодня, а завтра ты дашь мне ответ. Завтра с утра я в мэрии. Есть же еще вечер. Мне кажется, это какая-то дурацкая ситуация. Я никогда не занималась такими глупостями, как сводничество сотрудников. Ну, положим, если бы вы были решительно настроены отказаться, вы бы, я думаю, ко мне не пришли. Пусть так. Но ведь это глупо. Тогда подписывайте заявление вашего дизайнера и все дела. Понимаете, дело в том, что я сама уже 2,5 года влюблена в Диму. С тех пор, как он пришел к нам на работу в агентство. И я не знаю, как с этим бороться. А зачем с этим бороться? Дима моложе меня на 12 лет. У нас с ним ничего не может быть. Я борюсь с этим чувством, как с болезнью. За что мне эта любовь? Наказание? Честно говоря, я не очень верю в то, что любовь может быть болезнью или уж тем более наказанием. Влюбленность, да, а любовь – сомнительно. А какая разница? Огромная. Даже с точки зрения русского языка. Влюбленность означает, что вы внутри любви, а значит, вы меньше ее, она вами управляет, и вы в своей жизни уже ничего не решаете и ни за что не отвечаете. Анастасия не поехала на работу, потому что впервые за всю жизнь не могла совладать с захлестнувшими ее чувствами. Она приехала к своему бывшему мужу.
Проходи. Я страшно рад тебя видеть. Олег Лапин, 43 года, переводчик. Бывший муж Анастасии, разведен. Тебя покормить? А то наверняка на работе только бутерброды и кофе. Нет, нет, спасибо, я ничего не хочу. А я, пожалуй, выпью чаю. Присаживайся. Ты знаешь меня лучше других. Мы прожили вместе 3 года. После тебя у меня не было других мужчин. Я мог бы сказать, что это мне приятно слышать. На самом деле это не так. Мне никто не нужен. Я ничего не могу с этим поделать. Скажи, я бесчувственное чудовище? Да. Спасибо тебе. У тебя что случилось? Глупости все. Ты прости, я сама не знаю, зачем приехала. Ты приехала узнать, чудовище ли ты? Я узнала. Женщина-чудовище, когда приходит к мужчине, которого не видела 3 года, который любит ее, как и прежде, никогда не спрашивает, как он прожил все эти 3 года. Она с порога задает только один вопрос про себя. Я не подумала. Прости меня. Как ты жил эти годы? Я замечательно жил. Благодаря тебе. Я тебя бросила. А ты замечательно жил благодаря мне? Я люблю тебя. И живу в любви каждый день. Ты даже не представляешь, как это прекрасно. Меня нет рядом с тобой. Это для тебя. А для меня ты не только есть. Ты все, что вокруг меня. И я с радостью думаю о тебе. Ты почему сказал, что тебе неприятно, что у меня нет других мужчин? А это совсем просто. Я не хочу оскорблять тебе ответом. Оскорби. Я просто хочу, чтобы ты была счастлива. Анастасия Викторовна. Да. Вы не могли бы меня сегодня пораньше отпустить? Екатерина Степанова, 26 лет, секретарь в рекламном агентстве, не замужем. У меня билеты в театр. Я не знаю пока. Зайди через полчасика. Я рад, что ты все правильно решила. Я в этом до конца еще не уверена. Что надо делать? Вызови сейчас Дмитрия и разговаривай с ним по работе. У меня нет к нему вопросов. Найди. Обсудите буклет. Сейчас 5? Угу. Держи его до 6. Через полчаса попроси Кэти сделать вам кофе. И почему она должна начать ревновать? Я все время с Димкой что-то обсуждаю у себя в кабинете. Когда принесет, достань при ней коньяк и 2 бокала. С ним не говори и на нее не смотри. Ты работал профессиональной свахой? Кем я только не работал. В общем, Димку ты отпустишь только в 7:15. Бред какой-то. Да, и с ним ни слова о том, для чего все это делается. Он так оглушен своим горем, что не заметит, сколько вы сидите. А если он спросит о заявлении? Пока не спросит. Почему? И я тебя прошу, будь с ним помягче. У Димки полный облом сейчас. Его утром попросили с квартиры съехать. Прямо с сегодняшнего дня. Он спрашивал у меня, может ли переночевать в офисе. Я сказал нет. Я постараюсь.
Генеральный директор рекламного агентства Анастасия Лапина была влюблена в дизайнера Дмитрия. Однажды он принес ей заявление об увольнении. Сослуживец Анастасии Павел сообщил, что Дмитрий безнадежно влюблен в их секретаршу Катю. Павел предложил Анастасии изобразить перед ней роман с Дмитрием, чтобы девушка начала ревновать, и ответила ему взаимностью. Она согласилась. Анастасия сделала все так, как ей советовал Павел. Из офиса они вышли последними. С буклетом мы закончили. До свидания. До свидания. Подождите. У вас оба колеса проколоты, на этой машине никуда нельзя ехать. Ой, да не может быть. Да. Видимо, у вас есть недоброжелатели. Ох, мерзавцы, а. Найти бы тех, кто это сделал, я бы руки пообрывала. Да, но боюсь, вряд ли вы их найдете. Да это я и сама понимаю. Ладно, придется машину ловить. Знаете что? Что? У меня к вам есть одно странное предложение, только не говорите «нет», сначала выслушайте. Я слушаю. У меня есть старый шлем, поедем на мотоцикле. Нет. Ну, конечно, боитесь. Но на самом деле это не намного опаснее, чем на машине, но гораздо быстрее. Я не боюсь. Ну, так зачем дело стало? Ну. Пойдем. Вот. Держите. Дим, вы уверены? Уверен. Главное, обнимите меня покрепче и ничего не бойтесь. Ничего подобного в жизни не испытывала. Я знал, что вам понравится. Дим, теперь моя очередь делать странные предложения. Поднимемся ко мне. Чай, кофе. Или теперь вы боитесь? Да нет. С чего вы взяли? Пойдем. Я помню, как летом ушла по улице и заходила во все магазины. Нигде не могла купить куска простого российского сыра. Ой, ужасное было время. Но я все равно его люблю. Мне было 20 лет, все было впереди. Да. А какой это был год? 89-й. В 89-м мне было 8 лет. Я только закончил первый класс. Боже мой. Какая я старая. Да нет, ты не старая. Совсем не старая. Ты прекрасная. Я очень люблю скорость у моря. Я ведь родился у моря. Тебе не кажется, что две эти стихии очень похожи? Они поглощают тебя целиком. И не отпускают. Я об этом не думала. Иногда тебе кажется, что ты можешь управлять ими. Но на самом деле они просто даются тебе, заманивают, чтобы ты никогда уже не смог без этого ветра и соленых брызг. Красиво говоришь. Ты тоже стихия. Непредсказуемая и заманчивая. А утром я боялась увидеть в его глазах сожаление. Когда он ушел, я сказала себе, что ничего не было. Ничего не было и быть не могло. И то же самое я сказала ему, когда он пришел на работу. Я предложила все забыть. И вы правда надеетесь все забыть? И надеетесь, что он все забудет?
Я просто поддалась минутной слабости. Вот и все. Да что ж так врать-то себе, Анастасия, а? Что мне делать? Ну, например, все-таки задуматься о значении слова «любовь». Потом про влюбленность поговорили, а про любовь-то нет. Ведь смотрите, сейчас вы мучаетесь только от того, что Дима может любить кого-то другого. Тогда получается, что вы же его не любите. Вы хотите им владеть, а также пользоваться и управлять. Нет? Прошел месяц, Дмитрий уволился с работы и в жизни Анастасии больше не появлялся. А, Паш, ты про Диму ничего не знаешь? Нет. Ну ладно, пока. Я не знаю, а Кэти знает. Он живет у нее, у них все получилось? Насколько я знаю, они просто друзья. Но ты сам говорил, что они не были никакими друзьями. И что именно из-за нее Дима уволился. Да не из-за нее он уволился. Из-за кого? Из-за тебя. Паш, ты что такое говоришь? Что знаю, то и говорю. Он был влюблен в тебя, а ты его не замечала. Все это знали, кроме тебя. Я не понимаю. Ты меня зачем обманывал по поводу их отношений с Катей? Я же вижу, что ты его любишь с первого дня, как он к нам пришел. Я хотел вам помочь. Думал, если вы побудете рядом, то что-то изменится. Но нет. Ты этого не позволила. Ты знаешь, где он сейчас? Спроси у Кэти. Я спрашивала. Кать, ты не ушла еще? Подожди меня, пожалуйста, у входа. Я должна с тобой поговорить. Я сейчас приду. О чем ты хотела со мной поговорить? Кать, ты знала про Диму? То, что он влюблен в меня. Да, он же мой друг. Димка молчал, но по нему все видно было и без слов. Почему ты мне ничего не сказал? А почему я должна была тебе говорить? В любовные дела лучше не соваться. Ты должна была сама увидеть и понять. Такие вещи нужно чувствовать самой, без чьей-нибудь подсказки. Кать, ты знаешь, где он сейчас? Не знаю. Кать, для меня это очень важно. Ничего не могу помочь. Извини, мне надо идти. Домой. Дим, ты помнишь, где я живу? Я буду дома через полчаса. Дима, не молчи. Прости меня. Что случилось? Дима позвонил и молчал. А ты? Что ты? Я попросила его приехать ко мне домой сейчас. А он? Он бросил трубку. Паша, пожалуйста, я очень тебя прошу. Если ты знаешь, где он, ну, помоги мне, Паша. Паша, прошу тебя. Пожалуйста. Ну, хорошо. Поехали. Он говорил, что не знаешь. Я не был уверен в том, что тебе действительно нужно знать. Он здесь квартиру снимает? Второй этаж, 6-я квартира. Спасибо тебе. Спасибо.
Добрый вечер. Ты что здесь делаешь? Я тут живу. А тебе, наверное, Диму? Диму? Он в магазин вышел, скоро вернется. Проходи. Нет. Нет, спасибо. Подожди! Генеральный директор рекламного агентства Анастасия Лапина узнала, что дизайнер Дмитрий безнадежно влюблен в их секретаршу Катю и собирается уходить. Сослуживец Анастасии Павел посоветовал ей изобразить перед Катей роман с Дмитрием, чтобы девушка начала ревновать, и ответила ему взаимностью. Анастасия, сама влюбленная в Дмитрия больше 2 лет, провела с ним ночь, но на следующий день попросила его забыть о случившемся. Дмитрий исчез из жизни Анастасии. Разыскивая его, она узнала, что Катя и Дмитрий живут вместе. Это было ужасно. Я всю ночь думала о том, в какой нелепой ситуации оказалась. А в чем нелепость-то ситуации? Мне стыдно. Чувствую себя последней дурой. Боюсь, наделась глупостей. За что стыдно? Почему дурой? И каких именно глупостей? Неважно. Просто мне надо собраться, взять себя в руки. Мне надо начать работать. Знаете, Анастасия, если вы разговариваете сами с собой, я, конечно, готова при этом поприсутствовать, хотя и не понимаю, зачем вам это надо. Мужчина живет у женщины. Ну, что, по-вашему, это значит? Вы понимаете? А главное, что я не понимаю, это почему вы все так хорошо понимаете? Вы хотите сказать, что я должна поговорить с ними, все выяснить? Нет уж. Я не буду перед ней унижаться. Да ничего такого я не хочу сказать. Я хочу сказать совсем другое. Что как-то здесь любовью совсем и не пахнет. Во всяком случае, вашей. Да? И чем же здесь пахнет? Одним сплошным больным самолюбием. Вам же до Дмитрия, в общем-то, и дела никакого нет. Вас больше всего заботит, как вы выглядите в этой ситуации, и не пострадала ли ваша бесценная гордость. Я же вам говорю, что ее нет. Ее мобильный телефон я вам дать не могу. Перезвоните по этому номеру через час. Где ты была? Тут с утра уже все телефоны оборвали. Ничего, потерпит. Настя, что случилось? Что случилось? Ты можешь мне объяснить, ты мне почему все время лжешь? Я тебе не лгу. Я лгал. Уйди с моего места. Ты вчера привез меня домой к Кате. Ты прекрасно знал, что они живут вместе. Почему ты мне ничего не сказал? Они не живут вместе. Опять врешь. Я все сама видела. И что ты видела? Что Дима живет у Кати дома? И о чем, по-твоему, это говорит? О том, что они любовники. Господи, какая же ты дура. Что? Ты как смеешь вообще? Неужели женщина может быть настолько эгоистичной, что вообще не видит ничего вокруг? Что я должна видеть? Катя и Дима не любовники. Катя живет со мной. Это что, такая шутка? Неудачная? Нет. Мы с Катей любим друг друга. Уже больше 1,5 года мы живем как муж и жена. А почему? Почему мы не в одной квартире? Да. Потому что мне трудно на это решиться. Ты знаешь, я закоренелый холостяк. Я никогда не был женат. А Дима? Почему он? А Дима живет у нее, как сосед. Ему было некуда идти. Он никому не звонил, потому что гордый. И никого не хотел обременять своими проблемами. Боже мой. Болван. Такой же гордец, как и ты. Он ночевал на вокзале. Катя отыскала его и чуть не силком притащила к себе домой.
А потом? А потом Димка наконец-то нашел себе новую работу. Вот-вот получит зарплату и снимет себе новое жилье. Я не понимаю. Любит он тебя, понимаешь? Но к тебе же ни с какой стороны не подступиться. Неправда. Он знает, как обуздать стихию. Ты это о чем? Так, так. Все. Если это клиенты, что сказать? Скажи, что на наш офис обрушилась стихия. И я помчалась на встречу спасателя. Давно известно, как вы лодку назовете, так она и поплывет. Что назовете любовью, такая любовь у вас и будет. Но как иначе-то? Как представляете, так и строить будете. Вот, например, Анастасия из нашей истории, как, впрочем, и многие другие, почему-то была свято уверена, что любовь должна быть взаимной. А пока она полагала, что ее любовь не взаимна, это страшно уязвляло ее самолюбие. Почему, собственно говоря, любовь обязательно должна быть взаимной. Вы, наверное, скажете, что каждый человек хочет не только давать, но и получать. Пусть так, но разве для того, чтобы вы что-то получали, обязательно нужно, чтобы другой человек что-то вам давал? Вот, например, от этих часов я получаю точную информацию о времени. Но разве они мне ее дают? Они обо мне знать ничего не знают, просто тикают себе и все. И красивый человек на улице вам ничего не дает, а вы все равно получаете удовольствие от его красоты. Так почему с любимым-то так нельзя?